Ребят, всем привет большой. Гляньте, я только что был в АТБ, снимал видео новинки и решил заехать. Ух ты, какая вообще классная штука такая. Диван такой. А можно я зайду посижу? Ребят, только что был в АТБ. Ой, так уютно, так интимно спрятаться и все. Еще бы такая, ну, можно шторку такую сделать. И остаться наедине вдвоем. Подушек накидать. Ой, гляньте, ребята, сейчас накидаю подушек. Кальян, боже. О чем это? Боже, а что, помечтать нельзя? Прям таки. Я мечтаю, что вы хотите. Я в эпицентре, честно, выгода. Скидки до, не до 50, там до 60, даже. А, у них просто вот эти вот штучки висят. Минус 40, минус 50, минус 60. Вот эти вот круглые. Что на себя? Да ладно, так, с вами поговорю. Я был только что в АТБ, поснимал эти там классные очень продукты. Ну, не продукты, а эти промтовары, промгруппа. Позавозили. Ладно, пойдем, что будем тут сидеть. Был в АТБ, поснимал эту промгруппу. И думаю, что я буду сидеть дома. Не хочу сидеть дома. Дома еще насижусь. Будут много этих длинных вечеров. Ой, с курткой, и с рюкзаком. Гляньте, какие пуфы. И думаю, я поеду в этот в эпицентр. Ну, в эту на Берковецкую. Мне нравится тут всегда, потому что тут локация хорошая такая, знаете. Тут эпицентр огромный. А здесь и Юска большой. Здесь и Лавина торговый центр. И Ашан большой. И напротив Новос. Ну, короче, разгуляться Виталику есть где. Поснимать вам, мои хорошие, есть где. Вот, а вот, я говорил, вот видите, 60. Короче, в эпицентре началась, честно, выгода. Конечно, немножко эта музыка мешает, но я буду говорить громче, друзья. Честно, выгода в эпицентре. Я хотел поехать поснимать, но вот я честно за нее забыл. Ну вот, буду разговаривать с вами и вот так показывать продукты. Гляньте, 216 гривен, вот такой плед. Очень хорошая цена. И, кстати, расцветка такая классная. Но я хочу, знаете, что я хочу? Я хочу в этот в Юске. Я уже кое-что там прикупил в Юске. Я хочу очень, вот тут красный плед со снежинками. Тоже такого качества, тоже такого размера. 225 гривен. Но у меня еще подарочная карта есть со скидкой. Со скидкой 15%. Так что я хочу еще кое-что прикупить. Просто если уже использую карточку на 15%, уже больше ничего не куплю. 245 гривен, такие вот подушки классные. Так, вот, ребята, я там поснимал кое-что и думаю, говорю, в АТБшке, уже забыл, о чем я. И думаю, я пойду в эпицентр, поеду, поснимаю тут честную выгоду. Поболтаю с вами, думаю, что буду дома сидеть. Так что сегодня что у нас? Четверг, завтра пятница, ну, видео, наверное, выйдет, да, в пятницу. Так что поедьте, посмотрите видео, поедьте, может, там кое-что вам понравится. Очень красиво смотрится бирюзовый этот диван. Может, вам что-то понравится, и вы прикупите себе тоже. Ой, вот этих много цветов классных. Гляньте, как смотрятся красиво вот эти вот розы. Вот, честно, выгода в этом эпицентре. Смотрим. Ой, гляньте, ребята, вот как у меня. Сколько он? 103 гривны. Шановні покупці, ціна вказана на товарі. А що вона так їздить? Гляньте. Що вона їздить? Ух, поїхала. Як у мене, я теж давно покупав. А от це як красиво смотрится, видите? 188, но це тільки 188. Одна, господи, як вона, хотів сказати, лампа. Ваза. А лаванда як красиво смотрится теж з ней. От ці теж красиві. Кстати, я там перцинку теж хотів купити. Так, ой, вот это тоже красиво. Гляньте, какая цена. 89 гривен, ребята. Короче, ну, я же говорю, сейчас у них честно выгода. Кстати, вот тоже очень красиво смотрится, гляньте. Вот такая вот лаванда с этой. Освещение тут, знаете, через одну лампочку светит. Тоже очень классно, гляньте. Вообще обалденно, да? Ну, мне такие нравки. Ой, гляньте, она очень красиво смотрится, эта ваза. Прикольно такая. Что мне налепили? Давайте вот отлепим вот так вот. Вот так вот сделаем. Хом. С лавандой. Один пучок, наверное, целое состояние. А, здесь два пучка. А, нормально так. Гляньте, по-богатому. По-богатому пучки такие. Красота. Занесло меня. Занесло меня на честную выгоду. Ну что ж, раз у меня, как говорила одна моя знакомая, назвался грибом. Назвался грибом лезть в корзину, да? Гляньте, тоже какое интересное. Так и я говорю, назвался блогером, снимаю видео. Такая уж у меня тема. Что они тут покидали? Значит, мне нужно снимать все, что по акциям, все, что по скидкам, мои дорогие. Все для вас нужно показывать. Гляньте, какие красивые вазы. О, сейчас с букетом буду ходить с этим. Нужно куда-то втыкнуть. А то они покидали. Так, я не люблю, когда беспорядки. Все вазы заняты. Сейчас куда-нибудь втыкну. А вот сюда даже впихнем букет. Как они называются эти? Они еще пионы или что? Они еще и такие бордовые, тоже красивые. Так, вазы, конечно, обалденные тут. Ну, но все красивое.
Можно выбрать, ребята. Тут однажды была такая красивая ваза. Ну вот классно, что сделали. Цену указано на товаре. 195 гривен такая ваза. В смысле? Это честно выгода. Я думаю, как это 195, а тут 126. Да, ребят, честно выгода. Вот скидка 35%. Они это... Я вам скажу, что нужно цену спрашивать. Очень плохо, что вот не на все цены есть. Вообще, к каждому интерьеру, к вашей мебели, к вашему дивану можно повыбирать очень красивые вазы. Гляньте, даже напольные какие красивые вазы. Огромные. 1600. Ну, нужно все спрашивать. Вот, видите, честно выгода. Вот, желтая. 840, а был 1200. Вот такой вот саквояжик. Сейчас опять что-то куплю. Так, пойдемте на следующий островок. Так что вот такие, как я грибочек, да, и полез в корзину. Так что все, ребята, такая уж моя тема. Ну, я вам скажу, хорошо. Добрые. Гляньте, какие перья. А такие в этом тоже продаются. Только не такие. Ну, похожие, только в этом, в юзке стоячие. Вот эти перья. А видите, а в эпицентре висячие. Сколько она стоит? 168. Вазы такие прям муранское стекло. Так, вот это зеркало я тоже показывал. Для бьюти-блогера там открываете, и целая куча всяких штучек, чтобы развешивать ваши эти колье. Оно открыто, да? Вот. Всякие вот эти вот крючки. Сюда можно и шарфики повесить, и вашу галантерею, бижутерию поскладывать. Интересная такая. Молодцы придумали. И ну такое, что можно одеть платье и посмотреть, покрутиться, как вы выглядите. Ну что, вы, наверное, усаживаетесь поудобнее. Будем с вами гулять и рассматривать просто. Гляньте, такие ветки. 129 гривен. Такие золотые ветки. Они еще есть, где я вам хотел показать. Сейчас покажу. Они так эти островки в цветах подобрали. Все, видите? Вот, еще есть в серебре. Ну, в серебре что-то мне очень получше. Покрасивее они как-то смотрятся. Она такая не бедная. Я вам скажу, богатая веточка. 129 гривен, да, я сказал. Лаванда тоже такая красивая. Дикие такие травы здесь растут всякие. Ну, подобрали все со вкусом. Видите, такое винное бордо. Короче, сейчас, наверное, да, время праздников будет. И понаставляли всякие эти на подарок, чтобы покупали. Гляньте, тут всего можно выбрать чего только. Это подсвечник, наверное, такой. А мне вот этот нравится. Я забыл, как он называется. Ребята, напомните мне. Ой, боже, на голове у меня крутится. Крутой чувак. Я даже его поближе поставлю. Правда, оно все так стоит. Ой, так, сейчас. Ну вот хочется, чтобы голова была чуть выше. Она так смотрится. Вот так вот, наверное, он должен. Профиль чешу. Класс. А вот это, что она надувает? 800 гривен. Что она надувает, ребята? Это что, копилка или что? Гляньте, классная собака. 950. Ну, написано просто статуэтка декоративная. Странно, ребята, приходишь каждый раз в эпицентр, и всегда что-то новое они выставляют. Смотрите, сколько много, ну, я не знаю, ли это сервиз, но я знаю, что много в эпицентре очень сервиза. И тут работает моя знакомая. Я спросил, говорю, скажи мне, вот покупает кто-то сервиз? Она мне говорит, ты знаешь, Виталик, покупают сервизы. Я говорю, как, и наборами даже берут? Она говорит, да, есть люди, которые покупают. Знаете, вот, наверное, это я такой, да, современный, есть, которые кому-то не нравится сервиз, есть люди современные, да, молодежь, которые тоже, вот, мне, например, не нравится сервиз, а есть, которым до сих пор нравятся сервизы. До сих пор нравятся сервизы, кто-то любит сервизы, и, ну, в этом, как я говорю, даже на вкус и цвет товарищей нету. Кому-то нравится вот такой дизайн, а кому-то нравится стиль лофт, а кому-то нравится скандинавский стиль, вот как я вообще обожаю, да, скандинавский. Новинки, гляньте, какие интересные, ого-го. Ну и цены, ребята, вот, пожалуйста, вот эта вот ваза ничем не отличается, как у моей мамы, в тумбочках спрятана, и не одна, 2000 вот такая вот ваза стоит. Так, а вот это вот сейчас вот по современнее, да, ну вот старшие, наверное, скажут, что это такое, непонятно что, да? А вот моя бабушка бы сказала, что это такое, банка какая-то. А вот это вот, да, ой, какая красивая ваза. Вон, даже понесли, купили уже. Уже купили вазу. Гляньте, какая красивая подставочка. Под шо?
Ой, гранит, ребята, тяжелая, как гранитный камень. Подсвечники, подсвечники, ребята, вот это вот все вместе. Видите, как классно придумали? 3400. Класс, вообще шикарный. Вот этот мне подсвечник тоже нравится, но я вам скажу, это все нужно иметь на это свой дом, а не квартиру. А гляньте, что я тут нашел. Это капусечка, мустечка, 70 гривен. Что это такое? Это, наверное, тоже вазочка. Так, читаем, что здесь. Бутылка. Так, с пробкой. С пробкой. Кол коричневая. Цвет коричневый. Странно. Для чего ее использовать? Ну, для чего-то же ее используют. А вот эти вот пробирочки, знаете, мне сразу напоминает какой-то, это, где... Смотрели парфюмер фильм? Ребята, кто не смотрел фильм «Парфюмер», наберите обязательно и в свободное время посмотрите. Вот такие вот баночки, как у парфюмера, стояли в его кабинете. Он тоже делал всякие парфюмеры, парфюмы с этим. Ой, ребята, я хочу громче говорить, быстро говорить, чтобы музыку заглушить. Смешивал эти всякие парфюмы, алию, масло смешивал и превращал... вот эти вот ароматы находил. Как говорится, творил в своем этом кабинете. Посмотрите, парфюмер фильм, кто не смотрел, обалденный фильм. Будете просто в восторге, я вам отвечаю. А вот это что, ребята, это прям как этот, у павлина, хотел сказать. У страуса хвост, на ножках на такие, гляньте, какие ножки стоят золотые. Как дерево, а это как дерево, гляньте, тут уже вытащил кто-то перо. Уже одного пера нету. Ребята, оно такое легкое, оно точно как перышко. Гляньте. Ух! И упало. Класс. Кто-то уже себе угостился. Оно такое, наверное, дорогое. Я даже цену боюсь посмотреть. А я в детстве очень мечтал глобусами. Я когда ходил к своим одноклассникам, и, знаете, у кого-то стоял глобус, ну, не такой, понятно, черно-белый. Какой черно-белый? Ой, черно-золотой. Такого вообще не было. А, знаете, вот эти цветные, ну, синие, с желтыми. Обыкновенный глобус. Как я мечтал глобус иметь. Так не имел я глобуса. А еще когда появились вот эти светящиеся глобусы. Ой. А кто помнит вот эти вазы? Они в АТБшке тоже были по 70 гривен. Ну и тоже не купил. Ну куда все это складывать? Так, а вот еще один глобус. А тут уже гляньте, как интересно попридумывали. Сколько, кстати, этот глобус стоит? Сейчас я вам скажу. Зараз я вам скажу, сколько он стоит. Не скажу. Гляньте, 1600 кораблик. Тут уже такое на всю такую морскую тематику. Вот какой красивый маленький. Деревянный. 230. Класс. Классный. А этот 750 кораблик стоит. В таком морском стиле все. 230 такая ваза. Ой, друзья, гляньте, какое яблоко. Супер. Сколько? 72 гривны. Боже, извините, я уже кашлю. Уже в этом горло дрет. Щось у горле деренчить, деренчить. Треба горло подмочить, подмочить. Грушка. А сегодня попрятали. Нужно поставить. Давайте с вами поставим вот это яблоко и грушу. Вот сюда. Вот сюда. И вот сюда. Поменяем местами. Вот так вот. Сюда. И сюда. Гляньте, какая красота. Да? Красота. Так, вот наши вазы знаменитые. 105 гривен. Ну, не сильно отличается цена на 25 гривен, чем в АТБ были вазы. Но все равно 25 гривен. А там, где 25, еще 25. И можно... Гляньте, какие выпуклые вазы. 365. Как малинка. Еще вы такую, знаете, крышку сверху. Как малина. Черные 450. Тут уже такой индиго. Тоже классно подобрали. Индиго. 96. А что, есть такие люди, которые переливают, покупают масло и переливают вот в такие вот бутылочки. Классная тоже идея, кстати. Угу. Ой, здесь вазы, гляньте, ребята. Тоже, кстати, со скидками. Желтые ценники, это значит скидки. Кстати, акция, ну, честно, выгода в Эпицентре будет до, не помню, кажется, до 15 января. До 15 января 22 года. Красивущие такие всякие. Ух ты. Ребята, я вам говорю честно, вот каждый раз я приезжаю, какие-то... О, как у меня. Ну, понятное дело. Я же покупал в Эпицентре тоже такой цветок за 100 гривен. По акции тогда был. Гляньте, какие эти. 103 гривна. А был 128 ваза. Разом с цветочком. Это тоже ваза, ребята. Такие современные, по 3000 огромные. А вот это все живое, представляете? Флориум нежность. Это все настоящее живое. 1400 вот это. В аквариуме.
И вот такой чуть побольше, 1600. А посмотрите, как красиво выглядит в таком мятном цвете. Такие пастельные цвета тоже очень красиво. Настоящий идет этот хлопок. Очень красиво все подобрали, ребята. Вообще обалденно. Я вам скажу, очень красивый подарок будет для девушки, для мамы. Даже вот и, ну, для женщины, да? Красота обалденная. Так, вот такой 1800. Я уже как-то снимал, когда первый раз увидел. У меня, конечно, эмоции зашкаливали. Сейчас, конечно, уже я, ну, как первый раз увидел, второй раз, конечно, не такие сильные эмоции. Но, конечно, когда первый раз я все это увидел, конечно, я сказал, вау. Это тоже из новинок. Это тоже красиво. Да, красота. Красота, ребята, это все настоящее. Представляете, все настоящее, живое. Я вам скажу, ребята, люди сейчас покупают, вот женщина покупает вазу, сейчас вам покажу, какую купила, вот консультант. Это вот в руках покупают такую вазу. Берут, ребята, берут, это Киев, 2150 такой вот цветочек. Ребята, издалека увидел вот такие блюда. Вау, гляньте, как ракушка какая-то. Как из подводного мира достали что-то. Что-то такое. Тут есть и ваза тоже такая. 1200. Фруктовница 1300. Ну, понятное дело, это средняя фруктовница 1300, а побольше 1600. И в золоте есть. Так, эту шкатулку я вам уже показывал. Думал, она будет со скидкой, но... Кстати, знаете, что нужно спросить у консультантов, потому что иногда цены могут просто не успевают поменять. Очень много товара и нехватка этих консультантов, зеркало, нехватка консультантов, и просто не успевают поменять цены. Тоже с перышками. Вот, ребята, здесь честно выгода. Здесь почти на все, ну, почти. Здесь на все, я смотрю, честно выгода. И скидки такие, ну, я смотрю, что приличные. Можно кое-что прикупить. Зеркала разные, с подсветкой, без подсветки. А есть шкатулки. Простые, обыкновенные, маленькие, большие. Гляньте, 50% скидка. За 67 гривен вот такая вот шкатулка. Сейчас очень модно держать свои фотографии. Не в альбомах уже, да, а вот в таких разных шкатулках. 159 такая зеркальная, 200 вот такие светящиеся, блестящие. Так, а я тут видел, знаете что, сейчас хочу посмотреть, сейчас вам покажу, если увижу. Гляньте, какая за 240. Так, вот эти вот корзины, тоже хорошие скидки. По 168, 144, вот это вот как в этом, я видел в этом, боже мой, по ТБ тоже завезли. Тоже скидки, 192. Так, вот на разные эти органайзеры для вашей косметики. 143 гривны, 145. Чуть побольше есть даже. Вот такие, гляньте, такой большой, огромный. За 113 гривен. Он с этим двухэтажный. 113 сейчас стоит. Скидка хорошая такая, приличная. 35%, 600 гривен. Вот такой вот. Ой, а что это такое? Тоже какой-то органайзер. А, это, наверное, в эту. Для косметики написано. Так, вот такие цветные тоже по 113 гривен. Девчонки. Так, на часики тоже скидки, ну, вообще на все, почти все идут, честно, выгода, минус 25%. Так, здесь тоже у нас часы, тоже со скидками все. А где то, что я хотел, так я и не нашел. Сейчас я пойду тогда в тот ряд посмотреть. Рамки тоже со скидками. Гляньте, какие кисти. А вот такие даже на барахолке продаются. Я вам скажу, что на барахолке, знаете, такие потрепанные, облезшие, тоже по 100, по 150 гривен. Вот можно купить новую за нормально приличную цену. Если бы тут была машина с Лондоном, я бы забрал бы ее сегодня. Но, к сожалению, нету, ребята. Я уже все полочки обыскал, к сожалению, нету. А вот эту вот подставку, смотрите, я использую. Видите, она используется как для тарелки, вот для больших, для маленьких. Ой, а я использую ее как подставку для своего планшета или для смартфона. Вот за 35 гривен имеете подставку для планшета или для смартфона. Это тоже еще одна подсказка, лайфхак от меня.
Ребята, я нашел то, что я искал. Как я жалею. Сейчас пробью. 441. В прошлый раз он стоил 215 гривен. Представляете? Я хотел взять себе вот этот органайзер для таблеток. Потому что, ну, с каждым годом все больше таблеток. Чем становишься старше, тем больше таблеток. Раньше была в кармане цитропак, а теперь у меня чего там только нету. Хотел взять себе вот это. 215. Я не думал, что они поднимут цену. Ну, я думал, что, честно, выгода и все, цена останется. Я думаю, не буду брать. Я подумал себе дома, прикинул. Я все-таки думал, хотел его взять за 215, а он 441. Очень жаль, гляньте, какой обалденный. Большой такой, вообще. Ну, в коробках можно держать, конечно. Я люблю в коробках держать с инструкцией все таблетки. Вот еще второй уровень, этаж. Вот так он закрывается. На ключик. Вот такая вот ручка. Шикарный, конечно. Блин, ну как так? Ну как так? Вон он, еще один стоит. А еще что? Маленький органайзер. Софт синий. Может, это вот тот? Это вот, наверное, он. Да, это он, ребята. Я его беру. Да, ребят, это он. То есть я уже разочаровался. Проверил штрих-код 733. Софт синий с ручкой 215. Это не то. Вот все, я себе вот этот беру. Крутой. Все ж таки, я сегодня с покупками буду. Вот с такой суммой. Как я буду ходить? Как будто доктор Айболит. Доктор Айболит. Так, еще вот такой нашел. Это тоже прикольный. Гляньте, вот так открывается. Сюда тоже можно что поставить. Гляньте. Отделение такое нормальное, но это 360 стоит. Закрывается. И тут еще есть такая тумбочка. Высовывается. Тоже такой интересный. Но он большой. А что делать? Вот какой лучше? Вот по функциональности мне тот нравится, а по цвету так вот этот нравится. Может, все-таки вот этот я возьму. Зачем мне тут большой такой? Вот этот, наверное, все-таки я возьму. Хай буде. Хай буде. Девчонки, гляньте, какой я для вас органайзер для косметики нашел. Если кто-то сильно там любит косметику, и у вас уже некуда все... Ой, она еще так вот открывается. За 179, за 171 гривну. Тоже классный, тоже с этими всякими штучками там, с ручками. Вообще классный. Не могу достать его просто, гляньте. Как они сюда его впихнули? Наверное, вот это вот снимали, вот эту снимали ценники и так впихали, потому что я его вытянуть не могу. Так, еще маленький есть, но это маленький, по 125, он очень маленький. Что-то я застрял возле этой аптеки. Так, беру этот. Пойдемте дальше посмотрим. Так, я нашел то, что я искал. А то сначала разочаровался. Видео, наверное, уже длинное получилось. Но кому интересно, тут, наверное, еще с чаечком сидит и пьет. Гляньте, 156. Для ниток, чешуаного. 116 для этой, для косметики. Пойдемте дальше посмотрим. Органа, эти, аромодиффузоры. Тоже классные вот эти всякие аромодиффузоры. Тут тоже очень хорошие. Кстати, мне нужен аромодиффузор. 150 гривен, 170 гривен, 200 гривен. Боже, как тут пахнет. Сейчас я маску одену лучше, потому что и так уже. А самые бюджетные, я когда-то брал манго. Ой, вот эту вот я брал, Эйфи, они без скидок. 160, эфирные масла тоже есть. Так, ой, тут еще тоже стоят вот эти цветы. А Aroma Studio. Aroma Studio, понятно. Гляньте, какая красота. Ой, какая красота, ребята, вообще шикарно. Боже, гляньте, какой этот аромодиффузор. Ничего себе, луна. Огромный какой. Бомбезный. Так, здесь свечи по 27, по 20. Aroma свечи тоже выбор большущий. 80 гривен. Я когда-то такие тоже покупал летом. Новогодние. Гляньте, какие красивые с Рождеством по 126. И такие вот обыкновенные свечи, которые можно подобрать по цвету, под ваш интерьер. По 40 гривен свечи, по 27. Уже такие интересные. Картины люблю очень такие, знаете, в стиле минимализм. Будда, Хари Кришна. Это абстракция тоже такая, знаете, иногда есть абстракция такая, какая нравится мне, а иногда есть такая, какая не нравится. Интересно, так глупо звучит. Нравится, а какая не нравится. Гляньте, какая красивая это. Класс, река такая. Вот это тоже новые картины. Все в свой дом. Слон, конечно, обалденный, такой реалистичный. Я хожу с этим чемоданом своим, как это, доктор Айболит. Это все слоны. А, здесь можно посмотреть, какие есть. А, нет, это просто тут... А, не что, с подсветкой какие-то, ребята? Там батарейка вставляется или что это? Нет, это показано, как вешать над кроватью. Обалденные, конечно, картины. А там вообще красота. Еще с подсветкой стоят. Здесь такие чуть попроще, чуть поменьше. Кстати, я очень люблю эти картины по номерам разукрашивать. Очень люблю. Правда, в последнее время у меня нету времени, ребята, на все это. Мамины правила. Кто-то забыл мамины правила. Нету времени на картины разукрашивать. Стоит, наверное, одна моя картина какая-то там. Уже, наверное, повысыхали краски.
Ой, вот эти полки тоже мне нравятся. Welcome to kitchen, на кухню. Так, я поставлю. Вот нравятся мне вот эти вот полки такие, знаете, классные. Тоже поставить эти искусственные цветы. Гляньте, тут зеркало даже есть. Тоже классно. Супер. Гляньте, тут с фразами. Все, гляньте и гляньте. Посмотрите, гляньте, какие совушки. Все, гляньте, это мое это слово паразит. А здесь тройняшки тоже на кухню. 99 гривен. Ромашки. Ну, интересно. Музыка, конечно, орет. Ох, эта музыка. Ребята, а здесь, гляньте, распродажа. Заходим. Гляньте, картины по 277 гривен. А что распродажа? Странно. Такие большие, наверное, застой какой-то. Я бы не сказал, что распродажа. Где распродажа? Где распродажа? Где распродажа? 180 гривен. Ну да, точно, 180 гривен. Но она такая уже затертая, потертая. А вот это что? Что это такое? Тоже картины. Тоже картины. Гляньте, какая. Картина тоже. Мотоциклы. Ой. Улочки Венеции. Разукрашенные. Гляньте, какая красивая. То ли Венеция, то ли не Венеция. Похоже на Венецию. Вот это мне нравится. Сколько прихожу, всегда смотрю. Она тоже в эпицентрах есть. Везде эта картина в эпицентрах есть. Всегда прихожу и смотрю на нее. Очень красиво солнце передали. Я понимаю, что это фотография натянутая. Не картина, но все же. За 200 гривен можно купить тоже. А это вообще-таки непонятно, что как это скатерть на стол. Ой, колокольчики классные. Я вам очень благодарен, кто был со мной. Всем хорошего настроения. Никому не болеть. Все, всем пока-пока.